Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная распаковка. Мне пришли мои ручки на велосипед, которые я заказал в Амазоне. Стоили они недешево. Пока Иры в комнате нету, можно озвучить прайс. Стоили они 53 евро. Не слышишь, нет? Вот. Потому что мне... Во-первых, мои на велосипеде, которые сейчас у меня, они уже все, они подыстрепались. Они за 3 сезона, считай, я отъездил, просто стерлись. Мои родные эти, с которыми я покупал. И руки... Они неудобные, там просто резинки, которые превратились уже в какое-то месиво, и руки на них затекали, болели, потому что весь упор, а здесь вот именно с такой вот подставкой получается удобный. Ну и, конечно, это рога, вот такие вот небольшие рога, которые можно будет держать вот так вот, можно будет держать вот так вот, то есть уже можно будет во время езды позиционировать руки по-разному, разным хватам и, соответственно, менять нагрузку, менять хват. Называются ручки GP5L, или хотя бы это уже какой-то английско-немецкий манер, я это читаю. Это получается GP5L. Это тоже, наверное, не совсем немецкий. GP5L. Ну, короче, вот так вот. Вот так вот. Вот такие ручки прикольные. Ручки прикольненькие. Приятненькие. От фирмы Epcon. GP5. Вот. И их можно еще настраивать по-разному, как хочешь. То есть... Вверх, вниз, там на 120 градусов, по-моему, можно их крутить. Вау, я прям убегаю, старт. Этот винтик мы потом подкрутим, зажмем, установим, как нам надо, и зажмем. Крутяк, ребят. Интересная упаковка такая. Одна запакована полностью, вторая... Сверху, в чем прикол? Вот такие вот. А вторая разобрана в виде. Вот такие вот эргонометрические ручки на велосипед свой я установлю на этот сезон. Вот. Ну и будет... Надеюсь, мне поудобнее ездить. Угу. Это такая резина прямо. Это пластик. Ну, приятненько. Вообще, вот это Ergon GP5. Кися телефон. Неплохая фирма, как я почитал по отзывам. Ну все, друзья, это была распаковка моих новых ручек на велосипед. Всем мир!